Артём, быстрее! После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка! Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Дрезина, закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! Молись, чтобы мы не застряли. Нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантская дрони. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Thank you.
После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Человек? Но как? Ладно, давай сюда. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Они на подходе. Это спокойно, без паники. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Дьявол, черт, проклятие! Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Они...
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать.
В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, ну ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Но там есть патрончики в шкафу. Вот в этом. Я знаю про шкафы с патрончиками, потому что мой папа разведчик. Надо открывать те, на которых цифры. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Мама сказала, что тут потолок фигово держится.
что? Кажется, провод. Уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Сволочи! Опустите меня! Мой Сашенька там остался! Мой брат пообещал привезти его назад! Почему? Почему я дура такая? Почему сама за своим сыночком своим не пошла? Зачем я отпустила? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Спасибо, брат. Пусти меня к ней! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без него отца нам бы не прожить. Здоровый? Если бы он потерял сына... Как ты сюда попал? Его бы это убило. Дядя умер, мам. И нас всех заодно. Меня этот человек принес на плечах. Спасибо. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я... Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Этого калибра у тебя нет. Ну и где патрон? Тебе спасибо. Патронов не надо. Специальный антикриз. Вообще-то твоя пушка получше будет. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. А зачем тебе это? У тебя такой же. Нет, ну хочешь, давай поменяемся. Угадала, пса. Да выкидывай ты свой мусор. Ну, еще. Ну и фиг с тобой. Мужики, да вы с ума сошли!